Какой рейтинг популярности был у Ельцина перед президентскими выборами 96 года? 4%. 4%. Да. И вы с таким рейтингом собирались все-таки его снова протащить в президенты? Что значит, я выполнял вообще как команду. И у нас не было альтернативы. Мы должны были или выиграть, или что. Я поэтому и так и говорил и Зюганову, и Жириновскому, и этому самому нашему... Черномырдин? Нет, я очень куда. Явлинскому, Явлинскому Григорию. Что говорю, ребята, мы все равно вас не пустим, мы все равно вас не отдадим. Это правда, что... Но лучше было, чем вот так потешно выиграть выборы, фальсифицированно. Лучше было просто выборы перенести на пару лет, чтобы он назначил преемника какого-нибудь, сказали, еще кого-нибудь там решал бы, и его подготовили бы.